снова играем в Готику и продолжаем проходить Храм Спящего. Так. Мы находимся где-то здесь. Так, ну вот тут мы недавно убили Гора Бобу. Странное имя. Хотя нет, у них у всех такие имена. Из болотного лагеря кто? Так, вот там зомбари. А если честно, у меня сейчас дела отвратные. Да потому что мне не дают ничего делать. Меня держат, не знаю, в узде. От того, что получается я не я. А, ну это я образно говорю. Дело в том, что мне... Теперь тебе от нас не уйти. Мне не дают снимать... видео с матом. Но дело-то не в том, что мат именно мне нравится, а в том, что куда его ставить. То есть, если вы ритм смотрите, вот это вот я, блин, хочу снимать, а мне не дают. Родители, блин, заколебали. Не дают вообще. Вот что хочешь делай, ё-моё. Воль в фантазии, блин, не дают. Ничего. А. И не убедишь. Ну что, хочешь еще? Ух! Тревога! А. Ладно, смирись с этим. Пока. Может быть... В будущем и разрешат. Тревога! Надеюсь, это потом нормально все будет. Но в конце концов я все-таки стал делать эти самые ритмы, но не выкладывать их на YouTube, пупы-то эти самые. Просто чисто с друзьями смотрю. Так, блин, у меня брат младший есть, который болтать ужасно любит. Ему вообще ничего рассказать нельзя. Ему... секреты хранить, доверять ему нельзя вообще, он обязательно все разболтает. Вот и родителям вечно болтает. Мух. Так что, блин, ой, да и кому я это все говорю? Я говорю только от того, что хочу выпустить пар. Эй, чужак, сейчас мы тебя научим, как себя вести.
Ладно, пар выпустили, перейдем теперь к прохождению. Но если честно, у меня все равно немного бомбит. А может, уже и не бомбит. Да все, забыли. Давайте уже играть. А то фигней занимаюсь. Опа, ныры. Там этот носится. Сектант. Тревога! Еще один сказочный, сами поняли кто. Что им надо. Один сдох. Второй сдох. Так, а я откуда вообще сюда и пришел? Кажется, отсюда. Да, точно отсюда. Так вот, отсюда я пришел. Ну, значит, мне либо туда, либо туда. Блин, запутанный более этот храм. Тут шипы. Ну их. Нафиг. Всякая полезная фигня. Так, подождите, я видел там зельку. Зелье силы. Скелеты. Вот он. Тут один мой скелет. Здесь пятно крови. А, ну так тут мы ж вроде этого фанатика убили. Ох! Ползун. Опять ползу. Со мной почему-то только один скелет. Где остальные два? Они ж не сдохли вроде. Куда это я попал? А, понял, по тому ходу. Нам не сюда надо.
получается. Точно и сюда. А, вон где дохнут мои скелеты. Еще один скелет сдох. Ладно, туда придем, вызовем новых. Теперь понятно, куда мне сейчас нужно идти. Походу, тут все ходы ведут в одно и то же место. Все ходы, точнее. Так. Опа-на, тут пещера. Давайте-ка спустимся в нее. Чего это она вдруг зависла? Яйцо ползуна? Кулак варвара? Топор? Эликсиры? Ну, яйца я продам. Мне-то они не нужны. Понятно, еще одно маленькое гнездо ползунов. Стрелы арбалетные, свиток, эликсир и еще что-то, и дофига руды. Это мне все пригодится. Больше тут ничего нет. Давайте дневник прочитаем. Блин, жалко, что я все хроманины не собрал. Ну ладно. День 23. Я потерял счет времени. По моим расчетам, прошло около 23 дней с тех пор, как орки поймали нас и заставили работать. Работаем до 7-го пота, а эти ублюдки не знают жалости. Проявишь слабость — умрешь. Я должен выбраться отсюда. А, тут раб какой-то. Ну-ка. Ну-ка. День 28. Нас заставляют рыть туннель дальше, все глубже в горы. Туннель и так уже огромен. Снять бы для чего все это? День 67. Я слышал, что у орчих шаманов нет сердец. Но если это так, как же они могут жить? Видел я и меч, которого так страшатся шаманы. Попадись мне он мне в руки, я бы так покрошил их на куски. День 78. Меч лежит в комнате, в передней части храма, но его охраняет шаман. Я собираюсь сбежать, но дневник свой оставлю здесь. Кто знает, может, однажды он пригодится кому-нибудь. Спасибо. Так, значит, нам надо найти этот самый меч. Так. Так, а я скольких уже убил? Сколько у меня там мечей есть от этих орков-шаманов? Их должно быть всего 5. Скольких-то я там убил?
троих. Ага, то есть остались еще двое. Да, кстати, а вон там лежит как раз тот самый меч. Ладно, но мы его потом возьмем. Опа, кулак варвара мощнее, только требуется силы 98. О, а у меня на него хватает. А, теперь у меня гораздо более мощный топорик. Так, ладно, куда нам сейчас там нужно идти? Куда-то вот я собирался пойти. Ой-ё! Этот говнарь опасный. Сейчас я сделаю из тебя котлету. Это я из тебя котлету сделаю. Пошел нафиг. Это я из тебя котлету сделаю. На, умри. Ваши мечи я потом продам, они, небось, дорого стоят. Так. Попробуем по шипам пройтись. Их последовательность. Или вот тут укрываться. А, понятно. Этот проход ведет как раз-таки к тому храму. С мечом. Ладно, мы за этим мечом пойдем позже, а пока нам надо до конца исследовать еще одну территорию. Блин, и нафига я сюда приперся? Есть же более легкий путь вон там. А теперь опять через шипы. А ну-ка загрузим. Так, ладно. Оставим пока, значит, это все. И пойдем туда. Надо обязательно вызвать скелетов себе на подмогу. Опа-на, вон и первый враг. Этого мы вот это... Ну, скелеты! Блин. Я не вас собирался, а орка-зомбаря. Дело в том, что как только нападает он, нападает и вон тот фанатик. А ну-ка. Пошел. Куда подальше? Да ё-моё, ты чё не блокируешь? Идиот. Я не пойму, он мёртвый? Мёртвый. Сдох от магии.
точно, его же скелеты убили. А если кого монстр убьет, то мрешь сразу. Готовим магию. На всякий случай. Ага, еще один. Теперь твоя очередь. Орк. Ты, куда вы там подевались? А ну на помощь. О, молодцы. Ой, прости, скелет. Я не в тебя целился. Пошел отсюда. Я заберу ваше оружие. Этот мертв. Тупик. А вот тут есть комнатка. Свиток. Эликсир. 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 Что здесь? Здесь что-то нарисовано, но что бы это могло значить? А, это спящий. Символы. Его. Еще один эликсир. А что за свиток там, интересно, был? Орчий портал. А, ну это мой старый свиток. Или смерть нежити. Ой, да у меня тут полным-полно ненужных свитков. Я их всех продам. Точнее, их все. И где, интересно, знать мои скелеты? Вот один скелет. А, вот второй. А третий, походу, туда угодил. Ладно, свободно. Свободны. Йо, тут не разглядишь, куда я иду. Лучше свет взять. Ой, да и со светом-то разглядеть трудно. Чуть в лаву не жахнулся. Я знаю, что это. Это лифт. Он меня вниз отвезет. Лучше сохранимся. Thank you.
все скелеты со мной. Что тут? А, понятно, нужно повернуть эти переключатели. Три. Тут появились демоны. А что я открыл-то? А, вон я что открыл. Я открыл эти решетки. А там что-то есть. А, я знаю, там оружие мощное. И тут же, откуда ни возьмись, ползуны. Так, я не понял, а скелеты мои где? Теперь надо за этот, получается, переключатель. Ну, не за него, а точнее его самого вернуть. А, это я что сделал? Пойму. Ползунов нет. Ползунов нет. А, это труп ползуна. Ладно. Пора наверх. Вызовем лифт. Йо! Фанатик! Тебя придется уносить отсюда! Так, ладно. А вот туда нам сейчас пока лучше не соваться. Туда мы пойдем позже. Нам теперь надо идти за мечом. Который там лежит. Где мы его видели. Все. А туда нам еще пока рано. Туда мы позже пойдем. Так. Нам... туда.
Опа-на. Бонус к максимальной жизни. Это мне подходит. Бонус к максимальной мане. Бонус к силе. Да, кстати, а что там кулак тролля? Требуется силы 100? О, а я могу его использовать, а урон у него 100. О, вот с этим-то сейчас топориком мы всех тут перебьем. Демоны. Интересно, а их смерть нежити берет? Нет. Получается, надо повернуть этот переключатель. Похоже, еще один переключатель есть, который нам тоже надо повернуть. Дай угадаю, тут тоже демоны. Есть еще третья комнатка. Окей. Сейчас мы и там шороху наведем. Наведем мы тут шороху. Что интересно, так тут только один демон. Зато есть парочка эликсиров. Охраняет этот меч один из орков-шаманов. Блин, чё так медленно? Опа, бонус к ловкости, эликсир. Чё ж я их не выпил? Ран. Так, темновато, конечно, в этом храме, но мне видно. Персонажа только немножко не видно, а так нормально.
Пространство-то я само, окружающее меня, вижу. Так, там шипы. Попробуй пролезть через шипы, сдохну. Нужно влезть вот через это окно. Вот он. Тот самый меч. Твоя смерть ждет тебя. Ты сгоришь в огне. Мне кажется, что это не самая лучшая идея. Согласен. Он меня огненным штормом жахает. Отлично, достигнут новый уровень. Так. Я забираю у тебя твой меч. Странный меч. Подберу его. Вот именно этот-то меч нам и нужен. Так, а где меч, который мы только что подобрали? А, вот, странный меч. Меч восхитительного качества. Клинок покрыт древними рунами. Может быть, Ксардос и сможет их прочитать. В любом случае, до той поры мне не стоит его использовать. Все. Наша миссия в этом храме на данный момент завершена. О! Я чуть не умер здесь. Поэтому все. Уходим из храма. К Ксардосу. Уходим отсюда. Не обращайте внимания, это просто глюкануло. Так. Главное теперь выход найти отсюда. Так, вот отсюда я сюда пришел. Ага, сюда я пришел вот через этот ход. Сюда я пришел вон через тот ход. А тут есть подземный ход, через который будет быстрее попасть, куда нам нужно. Хотя нет. Вот. Правда, здесь до жути темно. И лучше включить свет. Знакомое место. Топор. А, здесь, похоже, погиб один из наших скелетов. Так. Здесь начальный, вроде как, зал. Да, пришли мы в него вот отсюда. Так, а вот как раз отсюда недалеко до выхода из храма. Да. Выход должен быть где-то здесь. А вот и он. Вот он, выход. Мои мертвые скелеты.
Так, ладно, здесь я смогу использовать портал. А, вот, портал к некроманту. Хорошо, что благодаря этим рунам мне не приходится бегать. Здесь везде есть телепортации в основные места. Ночь. Уже. Ну, я этого, в принципе, и ожидал. Ксардос. Я нашел путь в подземный храм. Я знаю, как попасть в подземный храм. Уже знаешь? А я ему так и не сказал, походу. Ты стал очень силен. А, нет, я ж до этого сходил. Сильнее, чем кто-либо из живущих внутри барьера. Только сейчас ему можно про это сказать. Скорее всего, ты и есть тот герой, о котором говорится в пророчествах орков. Пророчества? Какие пророчества? Пророчества? О чем ты? В древних книгах орков, написанных до того, как был запечатан храм, упоминается священный враг. Священный враг? А, я тот, есть этот священный враг. Тот, кто придет и навсегда уничтожит спящего. Так обо мне говорилось в каком-то древнем пророчестве? То есть мне надо еще и спящего, наверное, уничтожить? Ты ошибаешься. Вот это может поворот. Может быть, а может и нет. Так. О, кстати, я в прошлый раз, когда играл у Ксардоса, был топор орчий. Он им был вооружен, а тут у него меч. Так, ладно, я нашел этот странный меч. Я нашел один очень странный меч. Покажи-ка его мне. Интересно, на нем написано «Уризель». Я уже слышал легенды об этом мече. Это древнее оружие, которая появилась тысячи лет назад. Меч выкован из неизвестного нам металла. Никто не знает, кто был его создателем. Думаю, он обладает огромной силой, но сейчас я не чувствую в нем магической энергии. Уризель. Теперь меч уже. Так, Уризель обладает невероятной силой. Уризель обладает огромной силой? В книгах говорится о том, что этот меч способен пробить любой доспех и справиться с любым защитным заклинанием. Как могло такое оружие попасть к оркам? Давным-давно орки сумели выкрасть его у могучего воина. Они не могли его использовать, поэтому они его хорошо спрятали. В храме. Все же не так хорошо, как хотели. Так, ну можно ли вернуть былую силу этого оружия? А можно ли восстановить силу этого меча? Да. Но тебе нужно будет найти достаточно сильный источник магической энергии. Такой сильный, что с его помощью можно было бы уничтожить барьер? Да, наверное, такой. Кроме того, нужно прочесть особое заклинание, которое передаст оружию энергию этого источника. Я смогу его написать, но для этого мне понадобится время. Понятно. А я тем временем поищу себе доспехи получше. А я пока пойду. И поищу себе доспехи получше. Эти синие лохмотья больше не смогут меня защитить. Особенно после битвы в подземном храме. Попробуй обследовать мою старую башню. Твою старую башню? Это во время одного из землетрясений она погрузилась в одно из озер на востоке. Ее шпили до сих пор видны из воды. Там ты можешь найти некоторые артефакты. У меня не было времени забрать их. Как туда попасть? После землетрясения я там ни разу не был. Тебе придется выяснить это самому. Вот этот ключ должен тебе пригодиться. Он открывает один из сундуков, в котором я хранил самые ценные вещи. Так, понятно. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я посвящу тебя в тайны шестого круга магии. О, шестой! Так, 40 очков обучения, давай. Знаешь же, у меня есть. Что только сильнейшие маги могут пройти посвящение в шестой круг. Это смогут сделать те, чья жизнь подчинена одному знаку.
твой знак объединения стихий. Овладев знаниями шестого круга, ты сможешь читать заклинания любой руны. О, но не забывай, что не магия служит тебе, а ты магии. Получено облачение темных искусств. Опа-на, я теперь некромантом стал, как Ксардос. Ладно. Но его старую башню мы в следующий раз будем исследовать. А на этом пока все. До свидания. Жмякайте лайк, если хотите продолжение. Не волнуйтесь, оно скоро будет.